Всем большое спасибо за высокую оценку наших трудов. Конечно же, большое спасибо моему коллективу, директору. Помогали все. Это что, во-первых, именно мою кандидатуру определили на участие в этом конкурсе. Большое спасибо за помощь, которую мне оказывали. Ольга Георгиевна, Ольга Николаевна, Алина Сергеевна, Дарья Васильевна. Большое спасибо моей семье за терпение, потому что времени было потрачено очень много, они все стерпели. Всем огромное спасибо жюри за признание наших трудов. Это неисчерпаемый опыт, это просто такого, знаете, как говорится, в магазине не купишь. По блату тоже, потому что я изучила очень многого, мы много информации изучали. Я не могу сказать, мы сделали очень много трудов, и я изучила очень много, потому что я не совсем опытный преподаватель, я думаю, чуть старше у меня огромный, всего лишь на все 3 года. Здесь такая, знаете, специальность, нужно учиться, учиться, учиться. Чтобы правильно учить детей, нужно очень много научиться. Без отрыва от производства, используя все возможности. А такую возможность, конечно, спасибо большое, наверное, судьбе, за то, что такая возможность у меня появилась.